Оказывается, этого нет нигде в мире. Вот это результат как бы трансформации, у людей начинает появляться желание оптимизировать каждый на своем месте и новые идеи появляются. Вот эта идея вообще казахстанская идея. Говорят, канадцы и голландцы. Голландцы хотят у нас перенять. Это же. Вы получили. Вот сколько потратили времени? Потратила 2 минуты. И когда в Сбербанк, как почту хуже целый. Ужас, ужас. Целый стресс, да? Сейчас, когда будет так удобно, это все будет стресс. У нас за последний год уровень удовлетворенности нашими услугами граждан вырос на 12%. Да, как на Западе мы все время тестируем. Все компании на клиенты. Вот это называется клиент-ориентированность. Тестируют нас удовольны, недовольны, довольны. Ну и самое главное, люди будут деньгами голосовать, приходить, и будет эффективность повышена. У нас коммунальное предприятие Турзунейв, которое мы сейчас КСК собираем на ремонт, мы его ликвидируем в рамках плана приватизации. Хотим тоже эти услуги в Казпочту завести. Да, мы готовы. Нет, мы сейчас отрабатываем. Здорово. Мы хотим многие наши предприятия, функции. Вообще считается, Казпочта такая конкурентная. А не, монополист, на самом деле у него очень много конкурентов. 60 конкурентов по разным видам услуг. Да, но ваше преимущество в том, что вы можете как бы мульти все услуги в одном месте поставить. Да, такой уникальный. Ну потом привыкшие же уже. Вот именно люди привыкшие, почтовые и банковские услуги. Особенно консервативная часть, пенсионеры. Социальная нагрузка очень большая, в отличие от наших других компаний. Но мы помогаем усиленно, очень сильно. Хотим сделать из почты лидера вообще. Просто сама почта изменилась, его бизнес изменился. Раньше вот как основной бизнес был это письма. Письма отмирают сейчас, потому что сокращается же надо другие виды услуг. Вот банковскую уходить в сферу, электронная коммерция.